Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Хороший вечер, прекрасное настроение. С нами удивительный человек. Хочу пожать вам руку. За ваши добрые, теплые дела, за вашу ответственность. Кто заложил этот стержень любви, который вы несете и доносите до народа до сих пор? Ну, раньше, в те далекие времена, говорили, что я всем обязан партии и правительству. Ну и, конечно, я по своему характеру человек откровенный, поэтому я на одном из партийных собраний сказал, что вы меня извините, но я обязан не партии, и не правительству, и не народу тем, что стал кинорежиссером. Я обязан только своему отцу и своей маме, которые меня на свет породили, которые меня вырастили, воспитали. Отец за то, чтобы я жил, оставил себя в подмосковных лесах. Он погиб в 42-м году. И я как раз о нем и о своей матери снял в 85-м году фильм «Я тебя помню». Художественный фильм, который в Узбекистане был запрещен много лет. Ну, я с ним объездил полмира. Недавно был в Лондоне, в Англии на кинофестивале, показывал там картину. А сейчас вот я, благодаря Министерству культуры России, которое выделило субсидию как национальному проекту, я сейчас на студии «Рок» начинаю документальный фильм о своем отце, своей матери, под названием «Я тебя не забыл». И вот этим увлечен. Поэтому мы все обязаны только маме, папе, родной земле. Я, как рожденный на Востоке, мы с вами земляки, понимаю эту такую любовь. Вот такие свадьбы, у нас улицы прям перекрывались, и 700, тысячу человек просто праздновали. Помните эти мгновения, ну, эти моменты? Сейчас это до сих пор. С улиц перешло, конечно, все в такие, так называемые, тойхана, такие свадебные огромные рестораны, там тоже по 1000 человек. Но, насколько я знаю, в селениях, в сельской местности остались эти обычаи, когда на улице накрываются столы, люди сидят на паласах, коврах, детишки бегают. Замечательная эта традиция, и гуляет всей улицей. Да, и причем люди посторонние идут и заходят, их кормят, они поздравляют. Да, это само собой. Ну, это добро, добро. Заходят, добро. Кормят всегда. Я помню, что во время одного из кинофестивалей я с японцами ходил по старому городу. И были выдающиеся со мной режиссеры, актеры, Масаки Кобаяси. Вот. И я им рассказывал об узбекском народе, о его душе, о гостеприимстве. И я сказал, что вот любую калитку постучитесь, вас примут. И этот режиссер шел, и вдруг в одну калитку стучит. Решил проверить. Проверить традиции вот эти. Я обмер, думаю, зачем я трепался вообще? Мало ли там какой-нибудь алкаш живет или больной человек. Открывает дверь такая пожилая женщина. Я говорю ей, кечерасис пшу мехмонарымыз Ташкент фестивальдан пшу. Она говорит, о, как я рада, вот я его по телевизору видела. Показывает мне японскую женщину. Заходите, у меня шурпа готова, скоро мой сын придет. Завела, усадила их. Они так были рады. Пришел сын, ящик водки притащил. Потом пришел председатель, наверное, да, пришел председатель Махалинской комиссии, все испортил. Стал поднимать тост за Брежнева, за это, за партию. Ну, японцы с юмором восприняли. И этот японец подарил этой старушке, открыл и подарил ей из белой платины с жемчугом серьги. Она испугалась, говорит, ой-ой, я не могу взять. Я говорю, берите, это от души. И вот так вот еще раз мы раскрыли душу нашего народа. Ну, это и узбекского народа, и украинского, и русского народа душа, и кого угодно, где вы хотите, в Афганистане, в Италии, в Европе, есть такие люди, гостеприимные в Америке. Это не присуще какой-либо одной нации или одному народу. Вы знаете, везде конечно, есть разные везде. Люди. Я вырос на улице, мои друзья были татары, армяне, корейцы, евреи, наверное. Корейцы. Все были, мы друг друга обожали, любили, у нас были клички только друг друга называли, национальность никто не знал. Ваше напутствие подрастающему поколению, тем, кто делает свои первые шаги в мир искусства? Никогда не сдаваться. Никогда. Даже если нет ни копейки денег у вас на проект, знаете, что вот карта ляжет, удача придет.
Работайте спокойно, в одиночку, дома. Пишите в стол, рисуйте тоже для друзей. Даже вот на этот телефон, можно спокойно снимать кино. Даже есть фестивали, где телефоны, вот сняты телефоны, фильмы. Я учу своих студентов часто. Соберите вот так $100, возьмите в аренду камеру, поезжайте в гору, консервы лечь в томате, черный хлеб 5 буханок, сюжет придумайте, ты оператор, я режиссер, ты актриса, ты продюсер. Следующий проект, поменяемся местами, 250 кинофестивали, пошлите по электронной почте свою 10-минутную работу. Понравится, вас вызовут, оплатят билет, отель дадут, пресс-конференции, грант выиграете. И пошла вперед, понеслась. Не надо бояться. Большое вам спасибо. Это мои песни тут. А-а-а-а. Тут их мало. Вы еще поете? Спасибо большое. До свидания. Желаю спасибо. Удачи. Спасибо. Проект «Певец из народа» предлагает услуги по саунд-продюсированию, которые включают в себя: а. Написание оригинальной музыки и аранжировки. Б. Написание оригинальных текстов песен. В. Сведение, мастеринг композиций. Также оказываем поддержку в ротации на радио. Предлагаем услуги по фото- и видеомонтажу, съемка ваших концертов и мероприятий. Участникам и подписчикам нашего проекта полагается скидка 20%. Возможно, удаленная работа с исполнителем.